Добрый день, уважаемые друзья! С вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы готовим на кухне Одессы. Мы готовим у моего друга Феликса. Недавно мы снимали ролик за чайную церемонию. Можете посмотреть его. Он с любезностью предоставил сегодня нам свою большую кухню. И мы будем сегодня готовить, так как у него есть армянские корни, мы будем готовить армянскую шаурму по Одесски, конечно. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Я сегодня к вам лицом. Соответственно, курица. Курицу я замариновал. Сейчас быстренько расскажу, какой маринад. Курица, майонез. Из овощей помидорки, огурчики, зелень, лимончик, картошка, чесночок. Соответственно, лаваш, лук. Расскажу, для чего вовнутрь шаурму он не пойдет. Горчица, шпажки любого размера, ну, желательно подлиннее. Ну и бумага пергаментная, чтобы застелить фольгу, потому что мы будем готовить ее в духовке. Ребятки, как я замариновал курочку, сразу хочу рассказать быстро, потому что надо ее замариновать, чтобы она ночь постояла. Там у нас соль, перец острый, паприка, сухой чеснок у нас там. Немножечко я добавил, я люблю кисленькое, лимонной кислоты. И подсолнечное масло, и немножко, вот так как я добавил лимонную кислоту, я добавил чуть-чуть буквально. Все это, наверное, по чайной ложке. Кто-то там спрашивал, сколько. Я не смотрю, я всегда на глаз. По чайной ложке, так, с горочкой. На 10, вот я взял бедрышки, на 10 бедрышек по чайной ложке с горочкой. И маслом это все подсолнечным, либо оливковым. И маринуем, размешиваем, отправляем в холодильник, вот так вот. Я замариновал наше сегодняшнее мясо. Ребятки, как обычно, сейчас все раздеребаню, нарежу. И дальше продолжим. Покажу, как низать шаурму. Почему низать, интересно, потому что шпажки, но это будет не шашлык. Все покажу, все расскажу. Будем вместе готовить. Так, ребята, смотрите. Как я говорю, разделал корову нашу. То есть нарезал помидорки вот такими вот треугольничками, как я люблю. Вот. Огурчики слайсами. Лук разрезал на две части. Сейчас посмотрите. В маринад курицы, который я делал, я нарезал картошку, как на картофель фри. Вот такими дольками нарезал и замариновал, перемешал вот с маринадом от курицы. То есть оно все перемешано полностью с маринадом от курицы. Сейчас я быстренько сделаю при вас соус. Отложу пока мисс. Что у меня здесь в соусе? Майонез вы видали, я добавил зелени, пучок, укроп, петрушка, чесночок. Добавляю буквально ложку горчицы, потому что это острая горчица у меня. Так вот чуть-чуть, это даже много. Вот чуть-чуть. И лимонного сока я выдавил с одного лимона. Чуть-чуть пока мисс добавлю, если надо, добавлю, попробую еще, добавлю. Лук. И перемешиваю это все полностью с горчичкой. Делаем вот такой вот соус у нас, заправочка. Соли немножечко, потому что майонез соленый, да, но чесночок, петрушка, укроп не соленая. Так, попробую потом, если что-то вы по своему вкусу добавляете, кто любит горчички, кто больше лимонного сока. И пусть он по такой простоится, промаринуется. Ребятки, что мы делаем дальше? Дальше мы, нам сейчас пока мисс нужен будет только лучок, помидорки мы уберем в сторону с огурчиками. Что я делаю? Лук нам нужен как подставочка. Ребята, смотрите, я что делаю. Разворачиваю его. Вот, посмотрите. И теперь я делаю импровизированную шаурмичницу, как она называется, точно не знаю. Вот таким вот образом втыкаю шпажки в лук. Вот, одна, вторая. И то же самое с этой. Тоже я вот так вот. Дальше что мне надо? Мне нужна только курица с нашего маринада куриного. Я беру курочку. И вот так сжимая где-то, допустим, если мне надо, я чуть-чуть вот так вот до конца воткну. И прямо пронизываю. Опа, смотрите, что я делаю. Все, процесс пошел один за другим. Никакого сыра, ничего нету. Вот так вот низаю прямо на нашу
на наш лук. Плотненько, ребята. Плотненько. То же самое здесь у нас. Сейчас я чуть-чуть. Оп. О, есть. Ребятки, сейчас донизаю и увидимся. Потом покажу, что дальше с картошкой делать. Так, ребятки, посмотрите, что у нас получилось. Вот прямо как вы покупаете в шаурмечной, да, вот у нас импровизированный мангал сейчас получится. Мы отправим, конечно, в духовочку это все. Добавил жирка, картошечку позже, потому что она быстрее приготовится. Мне основное, чтобы мясо приготовилось, картошку, чтобы она не сгорела, я добавлю позже. Добавляю немного воды и отправляю в духовку. Почему немного? Чтобы лук не разварился, не распался. Вот я думаю, достаточно столько. И будем наблюдать. Все, увидимся, когда запечем курочку. Запекаем курочку по своему вкусу до готовности. Я немножко не дозапеку. Почему? Потому что я люблю сочную курочку, чтобы она была внутри сочная. Немножечко зарумяним, запечем и будет готово, так как она промариновалась у нас уже 24 часа, грубо говоря, почти что. Так, ребятки, смотрите, что мы исполнили. Вот сюда на стол. Вот что у нас получилось. Немножечко была маленькая неувязочка, объясню, почему такие шалаши. Я ожидал, что выдержит, не выдержала. Ну, возьмите запасные шпажки, и вот я вот такими вот шалашами сделал, сейчас покручу вам, чтобы не падало просто-напросто. Вот оно, вот как оно выглядит, покрутил. Ребятки, сейчас что я делаю, смотрите, по-прежнему у нас остаются помидорки, огурчики, соус, лавашек. Все перед вами. Сейчас я режу слайсами на нашу курочку и будем заворачивать нашу шаурму. Так, ребятки, смотрите, что я сделал. Я нарезал наше мяско, то, что было на шпажках, прямо в нашу картошечку. Чем хороша армянская шаурма? Потому что армяне заморачиваются немножко. Мы одесситы делаем это просто. Почему она называется по-одесски? Я вот сейчас беру и отправляю в нашу картошечку. Она немножко подостыла, потому что мы будем разогревать на сковородочке гриль. Отправляю вот огурчики и помидорчики прямо туда. Все, отправил, ребят. Что упал, то пропал. И немножко посолю. Посолю помидорки и огурчики. Потому что все остальное у нас уже соленое. Все, достаточно. И опять же все перемешаю равномерно. Они бы заморачивались, сложили слоями бы. Не надо это делать, не надо усложнять себе ситуацию лишними движениями. Все как в большом казане, как в хорошей кастрюле. Все перемешивается, ребятки, вот посмотрите, огурчики, все. Вот оно равномерно перемешалось. Вот, помидорки все раскрылись веером, которые были, раскрылись. Смотрите, посмотрите, какая у нас заправка. Теперь очень все просто дальше, ребят. Вот, мы берем, вот у нас заправочка, берем. Давайте я вот так чуть-чуть сдвину, сейчас уберу, покажу вам на одной шаурме, как это все делать. Сдвигаем все. Вот. Вот у нас шавуха. Берем соус наш, убираем лишнее отсюда, тарелочку не нужна уже. Берем соус. Вся шаурма заключается в правильном соусе, а мы его сделали правильно, с лимончиком, с чесночком. Есть. Берем наше исполнение. Вот оно, смотрите, все, не надо, оно само все перемешается. Где-то надо больше мяска. Вы больше мяска. Где-то надо больше начинки, вы больше начинки. И дальше сверху опять же соус. И все, и заворачиваем. И потом обжариваем на сковородочке. Беру вот все, раз. Придавил чуть-чуть. Раз, раз. Что выпало, то пропало. Оп. И оп. Все. Ребята, шавуха готова. Давайте еще одну вместе с вами. Берем еще один лавашек. Оп. Опять же, разложили соус. Две ложечки буквально размазали. Вот. Размазали соус.
начиночка, когда надо, перемешали, чтобы сок был везде. О, взяли. Вот эти картошка, огурчики, помидорчики и, конечно, мясо. И еще, допустим, себе. Вот так вот. О. И еще чуть-чуть того, что не было. Есть. Ребятки, опять же, раз. Все. Два, три. И готово. Все. И отправляем на сковородку гриль, поджариваем и кушаем. Сейчас мы это сделаем и будем пробовать. Ребят, посмотрите, уже поджарили мы нашу шаурму. Посмотрите, какая красота на тарелочке. Вот, мы обжарили с одной стороны, с другой стороны, с двух сторон на сковородке гриль. Сейчас возьму маленький ножик, ребятки, и попробуем. Посмотрите, вот оно. Вот. Беру прямо руками, одна половинка, вторая, сочная, сок вытекает. И пробуем, ребятки. Ничего лишнего, ребята. Мясо. Овощи. Помидорки. Никаких там грибов. Никаких там огурчиков соленых. Свежие только огурчики. Ребята, не могу остановиться, честно говоря. Вот здесь он, на заднем плане у меня, у Феликса, стояла банка меда. Вот возьму маленькую ложечку себе. Ребятки, всех люблю, целую. Пух, одессит был с вами на кухне. Пальчиками, с колокольчиками разберетесь. Подписывайтесь на нас. Мы будем дальше готовить. И очень много у нас впереди. И хлеб, и долма, и шурпа. Кажется, дождь начинается. Ребятки, пока, пока, до скорых встреч.